Очень сильный взрыв услышали ивановцы в центре города в разгар рабочего дня. Первые сообщения от очевидцев поступили в МЧС в 14:20. На улице Кузнецова дымилась крыша строящейся многоэтажки. Раздавались хлопки взрыва. С крыши на проезжавшую мимо Мазду упал баллон. Водитель не пострадал. Тем, кто находился в эпицентре чрезвычайной ситуации, повезло меньше. Проводились строительные работы, потому что это строящаяся секция. Во время проведения работ произошел взрыв газового баллона. То есть работы, как я понимаю, проводились на кровле здания по укладке кровли. Газовые баллоны взорвались, пострадали рабочие. По разным данным, на крыше находилось 8 или 9 баллонов. 6 взорвались. Пострадали четверо рабочих, которые в момент происшествия занимались ремонтом кровли. Первую помощь им оказали очевидцы из соседнего дома. Подошли ближе к дому. Ну, подбежали быстро-быстро. Два парня обгорелые вообще. Остались там уж трусы от них и висят лохмотья от одежды, и вся кожа обгорелая. Я говорю, сколько человек у вас там было? Он говорит, четверо. Я говорю, где четвертый? На крыше остался. Ну, пошел вверх в подъезд. Быстро пошел, побежал в подъезд. Поднялся по этажам, со мной поднимались пожарные вместе. Говорю, там человек еще один есть. Ну, помог ему спуститься вниз. Там сразу все сгорело, одежда моментально все. Просто тяжело смотреть, страшно даже, понимаете. Ночью приснится, я не знаю, что будет. Все пострадавшие отправлены в областную больницу. В тяжелом состоянии двое рабочих. Причины трагедии выясняются. На месте работают следователи-криминалисты. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.